Всем привет! Сегодня я покажу вам, как я буду делать перевоплощение в Soft Girl. Расскажу вам про этот стиль немного больше, и мы с вами сделаем перевоплощение. К моему прошлому видео, где я делала макияж и Girl, и составляла образ на этот стиль, вы меня просили повторить именно Soft Girl, поэтому давайте это сделаем! Стиль Soft Girl — это разновидность, точнее не разновидность, а стиль, который вышел из E-Girl. Изначально E-Girl появился в ТикТоке, этот стиль начали активно форсить, а потом, когда он уже немного поднадоел, люди, которые, собственно, и ввели этот тренд в тренды, начали перевоплощаться в нечто более спокойное и нежное. Таким образом, в ТикТоке еще той весной появился стиль, который называется Soft Girl. И я думаю, что многие из вас видели вот эти вот фотографии, и, в принципе, сегодня я, вдохновившись этой эстетикой, решила что-то такое и повторить. В стиле Soft Girl присутствует очень много аксессуаров, в частности, они безумно сильно любят использовать всевозможные заколочки, причем достаточно разноцветные и массивные, и чем больше, тем лучше. Поэтому я надеваю парик и на парик уже насаживаю всевозможные заколочки. Первым шагом я выравниваю тон кожи при помощи тонального средства. Консилером маскирую синяки под глазами и все несовершенства на моей коже. В эстетике Soft Girl можно встретить огромное количество разных типичных макияжей. Например, облачка. Я, кстати, их тоже делала, в инсту выставляла. Сердечки на щеках или вот здесь по всему периметру. Веснушки или же просто всевозможные стразы. С момента выхода Эйфории очень модно стало делать себе всевозможный блестящий макияж, очень много глиттера использовать и немного даже подсматривая эстетику нулевых. Тоже всевозможные элементы оттуда заимствовать. Я сейчас постараюсь сделать нечто не совсем типичное, потому что, я думаю, туториалы с облачками вы видели у всех, и я в том числе их уже делала, поэтому давайте сегодня повторим эстетику Эйфории на глазах и, придерживаясь именно вот этого вот направления, повторим макияж Soft Girl. А потом, конечно же, мы переступим к тому, чтобы делать одежду. И я покажу вам несколько вариантов распространенной одежды для стиля Soft Girl. Используя рассыпчатую пудру, хорошо припудриваю мое лицо. Далее я беру нежно-розовые румяна, и ой, у меня падает щетка, но она бестолковая и бесполезная, поэтому ну пошла она нахрен. И наношу их на щеки и на нос. И также наносим их себе на подбородок. Берем желательно хроматический хайлайтер, хроматический в том плане, чтобы он был не просто золотой или серебряный, а чтобы он был с развязной или сиреневостью, ну короче, чтобы да, он был цветной. И вообще нещадно бахаем его себе на лицо. Хайлайтером дублируем все те зоны, на которые мы накладывали румяна. Просто смотрите за моими губами, вот какие они сейчас есть, запомните, какие они будут буквально через пару секунд. Пока я буду делать макияж глаз, предварительно нанесу на губы вот такой вот разогревающий бальзам. С его помощью губы будут более пухлые и они насытятся более ярким цветом. Все, пока занимаемся глазами. Здесь будет супер легкий макияж. Брови просто прочесываю цветным гелем. А заметили, как поменялись мои губы? Хотя прошло-то буквально немного времени совсем. Все, с бровями все очень просто, они должны быть естественные, не сильно накрашенные, хотя, конечно, встречаются случаи, когда девочки делают специально себе очень графичные брови, но, мне кажется, к этому макияжу больше подойдут именно такие обычные. А теперь глаза. На мое верхнее веко и на нижнее я наношу те же румяна, которые наносила себе на щеки. И теперь при помощи вот таких вот жидких кристаллов, ну, это могут быть любые глиттерные тени, просто-напросто покрываю все верхнее веко целиком. Смотрите, как это нежно и как красиво выглядит.
Сейчас вам кое-что покажу. Смотрите, у меня есть вот такой вот кошелечек. И я всегда очень радуюсь, когда его достаю, потому что, ну, во-первых, он очень круто выглядит просто. А во-вторых, потому что здесь у меня хранятся все мои стразы, которые я просто покупаю, когда куда-нибудь летаю в путешествие. Например, вот такие вот стразы-сердечки, вот такой вот целый рисунок для лица со стразами. И сегодня я хочу прямо отсюда достать комплект стразиков и что-то сделать себе именно лице. Теперь буду клеить ресницы. При этом свои ресницы я красить не буду, только наклею. И по ходу дела еще решу, буду я рисовать стрелки сегодня или нет. Потому что у меня в инсте и в ТикТоке есть образ, он выглядит вот так вот. Здесь я нарисовала стрелки, но и здесь макияж немного другой, если обратите внимание. Сегодня все-таки немножко по-другому выглядит, несмотря на то, что парик я использовала тот же самый. Пока сушится ресничка. Какая эстетика вам больше нравится, e-girl или soft girl? Я уже, если что, снимала видео на e-girl, можете его посмотреть. Я оставлю вам ссылку в описании, и в конце ролика там тоже будет этот вот блог прикрепленный. Я вот не знаю, на самом деле, с одной стороны, soft girl, он такой более нежный, и там много блондинок, я блондинка, поэтому мне в нем проще ориентироваться, но мне все-таки кажется, что e-girl немного будет поинтереснее, чем soft, хотя у софта есть очень интересная разновидность. Это разновидность нулевых, и, блин, она вот реально огненная. Но она еще пока не особо распространена, и пока не особо понятно, что происходит. Но вот мне кажется, что это очень эстетично выглядит. А как кажется вам? Видите, девчонка какая стала, уже не растерялась, уже ресницы с одного раза клеит. Того гляди, и стрелки начнет ровные делать в один момент. Ну, еще 2 года подождем, и стрелки тоже будут вот так вот, раз, два, и готово. Осталась помада, и далее будем разбирать с вами образ и детали. Значит, я беру помаду, которая немного темнее, чем тон моих губ, и наношу ее прямо поверх бальзама. Это очень важно. И сверху просто заливаю это все глоссом. И на этом макияж готов. Давайте подберем одежду. Она как раз тут висит, и она нас очень ждет. Самый первый, самый банальный аутфит будет, ну не то чтобы самый банальный, а самый простой, это использовать завышенные голубые джинсы, немного оверсайз, или то же самое, что называется mom jeans, boyfriend jeans, вот из этой вот категории. Их мы миксуем с самой обычной белой футболкой или белым топом. Второй вариант – это максимальный супер-мега-оверсайз худи. Конечно же, он должен быть пастельных оттенков, и он должен быть очень мягкий и пушистый, или очень приятный на ощупь. Это не пушисто, но он выглядит так, как будто пушисто. Вот. И такого плана мы одеваем вещи, используем дополнительно какие-нибудь гольфики или чулочки и позируем. Кстати говоря, как вам кажется, какой стиль мне идет больше, soft girl или e-girl? Высокие шорты на высокой посадке – это достаточно распространенная деталь гардероба soft girl. Конечно, у нас сейчас зима, и весна у нас, наверное, будет не слишком теплой, но, тем не менее, на лето этот аутфит будет очень-очень-очень мега-безумно легко повторить. Выбирайте обычные завышенные шорты, футболку, и желательно при всем при этом завязать какой-то хвост в стиле 90-х, и будет просто идеально. Я также добавила к этому образу джинсовку и мягкий рюкзак. Это на случай, если вдруг станет холодно. Хотя сейчас и так холодно, но на случай, если летом станет холодно. Плохо вписался, да? Тебе не нравится? Вот такие 3 образа я подобрала. Они достаточно простые, но выглядят очень мило. И на фотках получается тоже достаточно симпатично. Большое спасибо за просмотр. Я буду рада, если оцените это видео, поставите лайк и подпишитесь на мой канал. И всем, я надеюсь, что не пока. Смотрите мои прошлые видео.